Блин, я уже думал. Было ему. Машем в перископ. Это перископ? Да. Это прямой эфир? Да. Кто? Где? Слушай, я ее уже дотронулась. Декабрь, чё? А, ну да. Чё, готовимся к Новому году. Все, ну, ёлку нарядили. Третья дистанция у нас. Будешь отходить, нет? Нет, еще. Это мне все-таки ждется. Где наслаждение, там и я. Ну на, подержаться. Ты же плаваешь хорошо. Да. А я без круга прыгнул, почему-то в этот раз. Ты как это, на месте. Велотренажер. Грибу. На месте. Акваэробика. Бассейн же есть, это типа течения. А-а-а. Маленький двухметровый бассейн, то там можешь плыть, он тебе навстречу гонит воду. Класс. И ты там плывешь. То есть, по объему он небольшой, но ты можешь проплывать там хоть километр в эту сторону. Спрашивают, акулы есть? Только на этой лодке. В этом он только эксперимент. Акулы? Только на этой лодке. Вот первая акула стоит в кепке. Протоклуб! Говорит, у нас акулы алкоголя на лодке. Что? Акулы алкоголя. Что было? Люди. 85 человек смотрят вас. Мы, кстати, не бухаем 2 дня уже. Сейчас флаг поправь. Ай, блин. Да что ж такое?
Снимай майку. Она мокрая. Это наши спасители. Это наша? Нет. Наши, наши МДЖАЙ. А они уже гонку отгонялись, считают себя профессионалами. Лодки имя есть. Типанч. Шкипер Андрей Петров купается у нас. Каждую минуту между гонками надо использовать с пользой для тела. Да, сейчас попрет. Сейчас на старте всех растолкаем, пойдем наконец по первому. Мы бодренькие. Бодрились. Ну, а там морковка уже. И синий с кружком. Посмотри, просто вот они там. Мы у них справа. Кнопка. Они должны вас обойти. Ой, у меня заболтался. Стрелочки добегали. Да, сейчас будет гонка. Ждем, пока выставят буйки. Что-то хорошо полетело все. Давайте, уберите. Ребят, давайте. Рефлексивы, пожалуйста, погон. Чтобы он не порвался.